Караганде создадут уникальный комплекс по сушке и очистке зерна. Это будет совместное предприятие с белорусами. Такая договоренность была достигнута в рамках двудневного визита карагандинской делегации в Республику Беларусь. В дружественной стране карагандинцев ожидала расширенная программа, участие в бизнес-форуме и посещение нескольких предприятий Минской области. Все подробности у нашего корреспондента. Итоги крупного бизнес-форума в Минске подвели подписанием более 10 меморандумов о взаимном сотрудничестве между карагандинскими предпринимателями и белорусскими коллегами. Принятию соглашений предшествовали двусторонние переговоры. К слову, делегацию шахтерской столицы Казахстана представляли руководители предприятий, консорциумов, научно-производственных холдингов и университетов. В результате налажено партнерство в самых разных секторах экономики. Хотел бы подзвакать вас, наших белорусских собров, за гостинец и за Макчимец провести ГТ-форум. Кисломолочная продукция – один из брендов Беларуси. В сфере животноводства здесь добились небывалых результатов. Вот, к примеру, доильный зал «Карусель» – последние достижения молочного производства. Процессом доения и кормления буренок управляет специальное оборудование. Все проработано до мелочей. Учитывается даже длина соломы. Без участия человека абсолютно вот эта работа производится. Здесь находится селекционер и два оператора. И все. И процесс управления стадом, разделение молока, докорма, разделение коров по группам – это очень важно. Это комфорт для животных. Белорусские самосвалы – еще одна гордость республики. Знаменитому автомобильному заводу в этом году 65 лет. Здесь выпускается более 2000 большегрузов в год. Каждый третий карьерный самосвал в мире – это БелАЗ. Сейчас компания работает над увеличением грузоподъемности. Ведь чем больше грузоподъемность, тем экономичнее самосвалы в использовании. Совместное предприятие действует в Караганде уже второй год. Пока основная деятельность завода – сервисное обслуживание белорусских большегрузов. В планах – закрыть потребность в карьерных самосвалах всего Казахстана. Остается вопрос сопровождения машин, сервис, чтобы предприятие получило соответствующие навыки благодаря вот тому, что мы умеем делать, мы передаем и стараемся это донести до наших партнеров. Караганда намерена приобрести у белорусов универсальную уборочную технику, открыть сервисный центр по техническому обслуживанию тракторов, создать совместное предприятие по производству уникального комплекса по сушке и очистке зерна. Эти договоренности также были достигнуты в ходе визита в Беларусь. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский.